Это итоги недели. В студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих 7 дней. Выгодный процент, отечественный автомобиль и разумное вложение. Государственная инвестиционная программа на 2024 утверждена в Беларуси. Какие планы? Учение «Свет». Бобруйск с рабочим визитом посетил министр образования. В первую очередь, воспитание личности гражданина, патриота нашей страны. Что стало темой номер один? Весна стучит в окно. В городе начали отключать отопление. Кто следующий на очереди? Всегда в приоритете. 7 апреля – Всемирный день здоровья. Каждый гражданин имеет право на один день для прохождения диспансеризации. Почему организм не стоит запускать? Колючая популяция и ужасающая статистика. Еженедельно в больницах Британии из-за очередей умирают по 250 человек. В чем проблема сферы здравоохранения? Президент на неделе принял ряд кадровых решений. Среди вакантных должностей руководитель «Белолесбумпрома», председатель правления «Банк развития», три зампреда облисполкомов и райисполкомов, а также главы администрации в Витебске и Бресте. Вновь избранным руководителем глава государства дал практическое напутствие. Завтра вы придете в трудовые коллективы, особенно руководители районов. Я всегда советую подобным людям, руководителям, у каждого члена коллектива должен быть шанс. Поэтому не надо приходить с шашкой наголо и рубить там. Не те времена. Надо иметь голову на плечах, тогда за вами пойдут люди. И если кто-то где-то не дорабатывал, ну дайте ему шанс. Правда, время спрессовано, никто ждать не будет, пока он развернется. Вы побежали, он отстает, ну что ж, надо ему объяснить, что отставать нельзя, затопчет, как я говорил. Но дайте шанс. Вы руководителями становитесь высокого уровня. Люди хотят жить нормально и дышать спокойно. Они не должны дрожать с утра до вечера на работе и после работы. Создайте нормальную атмосферу в коллективе. Дайте возможность людям себя проявить. Президент предостерег от попыток приврать в тех или иных вопросах и настроил чиновников на продуктивную и сложную работу в интересах страны. Александр Лукашенко поручил проработать вопрос оптимизации в банковской сфере новому председателю правления Банка развития. Открытый диалог. В Бобруйске с рабочим визитом побывал министр образования. В программе посещения нескольких локаций обсуждение насущных вопросов с педагогами города. К экскурсу знаний присоединилась Елизавета Липеева. На часах 9 утра в Бобруйск прибывает министр образования. Детский дом семейного типа на Советской – первое место в программе рабочей поездки. Важных гостей радушно встречают родители-воспитатели, дружный коллектив ребят. Хозяева проводят экскурсию, рассказывают о насыщенном распорядке дня. К нам по субботам, по воскресеньям ходит кружок кожи. Вот, мы занимаемся, делаем картины. Еще к нам в среду и пятницу приходит кружок по бисеру. Мне очень весело, хорошо. В большой семье Кравцовых заботы окутывают 10 детей. В сердцах родителей-воспитателей любви хватает для каждого. Между собой ребята отлично ладят, скучно им не бывает. Для совместного времяпрепровождения непоседам дарит интерактивную карту Беларуси, мечи и сладости. Каждый человек должен иметь семью и расти в семье. Поэтому мы пытаемся создать для детей те условия, которые они должны чувствовать, чтобы развиваться полноценно и быть хорошими членами общества. Карандаши в сторону. Следующая локация – детский социальный приют. Воспитанников застают за увлекательным занятием – рисованием. Мальчишки и девчонки радостно встречают гостей забавными стишками, благодарят за внимание и сладкие подарки. Зайчик бегает по парте и по карте на стене. Книжки откладывают и ребята постарше. Диалог с министром образования моментально захватывает школьников. Приятные памятные сюрпризы поднимают настроение. Вся работа педагогического коллектива нашего учреждения направлена на восстановление детско-родительских отношений и возвращение наших воспитанников в свои биологические семьи. Педагогический коллектив
выстраивает работу с каждым ребенком, учитывая его индивидуальные особенности. С особым вниманием глава образовательного ведомства общается с коллективом квалифицированных специалистов. От их труда в том числе зависит будущее воспитанников. Работа социально-педагогических центров сегодня должна быть в первую очередь направлена именно на профилактику семейного неблагополучия, для того, чтобы каждый родитель осознавал ответственность и важность, которую он на себя берет, когда у них появляются детки. В открытом диалоге актуальные вопросы образовательной системы обсуждают на базе 3-й гимназии имени митрополита Филарета Вахрамеева. Андрей, Ванец и бобруйские педагоги затрагивают улучшение качества обучения, воспитания, методического сопровождения, охраны детства, совершенствование инклюзивного профессионального образования, внедрение здоровья сберегающих технологий, подготовку к олимпиадам и многое другое. Я считаю, что встреча прошла в очень такой доброжелательной, яркой атмосфере. И, знаете, только очень приятное впечатление мы получили в полном объеме, все ответы на волнующие нас вопросы. Продуктивная беседа за круглым столом, глава ведомства развернуто освещает каждую тему, расставляет акценты на важных моментах. Ни один предмет образовательной системы не остается в стороне. Работа наших школ – это очень важный институт социализации, в первую очередь воспитание личности, гражданина, патриота нашей страны. Каждый учитель должен видеть ребенка, который приходит на занятия, он должен видеть, в каком настроении находится, он должен понимать, какие нужные слова к нему подобрать для того, чтобы не только выучить тот предмет, который он изучает, но и для того, чтобы он с огромным удовольствием шел в школу. В год качества Министерство образования делает максимальный упор на совершенствование института знаний. Важно сохранить и приумножить багаж бесценного опыта. Сегодня учреждения готовы предоставить неформальный подход, методы заинтересовать современное поколение, а главное – воспитать достойных граждан Беларуси. Елизавета Липеева, Павел Зуев, Максим Калинин. Итоги недели. Помощь абитуриентам, забота о беззащитных и белорусский автопром. В республике готовятся к серийному производству отечественных легковых электромобилей. Что известно? Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. Экипаж с первой космонавткой суверенной Беларуси Мариной Василевской накануне приземлился в Казахстане. На Землю вернулись также уроженец нашей страны Олег Новицкий и астронавт НАСА Лорел Ахара. Посадка спускаемого аппарата произошла штатно в 10:17 по минскому времени. Мягкое приземление обеспечили парашюты, а также специальные двигатели. Первые слова участницы космического полета после возвращения: «Беларусь, спасибо за поддержку». За время пребывания на МКС, напомним, Василевской необходимо было провести ряд экспериментов, в том числе узнать, как штаммы пробиотиков, молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий ведут себя в невесомости. Государственная инвестиционная программа на 2024 утверждена в Беларуси. В нее включены 120 объектов, 41 из которых в планах ввести в эксплуатацию. На финансирование выделено более 2 миллиардов рублей. Кроме того, в перспективе спонсирования строительства 16 новых единиц – дороги, детские дома семейного типа, больницы. С июня молодым специалистам начнут выдавать кредит по 2,4% годовых. Максимальная сумма – 13 038 рублей или 30 бюджетов прожиточного минимума. Купить за эти деньги можно абсолютно любые непродовольственные товары белорусского производства. Претендовать на займ могут бывшие студенты, которых направили на работу в организации не по месту жительства родителей, либо на предприятия в районы, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС. В республике готовятся к серийному производству отечественных легковых электромобилей. Пока утверждена комплексная программа по выпуску опытно-промышленной партии в количестве 5 штук. В планах после пробной эксплуатации и испытаний наладить полноценное изготовление зеленого транспорта, также в перспективе создания всей компонентной базы на предприятиях Минпрома. В республике заработала специализированная электронная площадка для 11-классников. На сайте abiturient.by можно посмотреть каталог специальностей белорусских вузов, узнать порядки приема, ознакомиться с перечнем курсов по повышению квалификации. Также там есть специальный калькулятор, с помощью которого можно проверить проходные баллы или сравнить свои показатели с прошлогодними. Вступительная кампания в Синеокой, напомню, начинается в следующем месяце. В республике принят закон об ответственном обращении с животными. Документ направлен на обеспечение прав и законных интересов заводчиков и владельцев питомцев. Установлены общие правила как для служебных животных, так и для тех, кого привлекают в культурной деятельности и спорте. Повышенные требования к содержанию опасных пород собак. Хозяева будут обязаны пройти курсы и получить удостоверение. Забота о самом ценном. Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля. Это праздник для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе.
Тема здоровья на века. В этом году Всемирный день прошел под лозунгом «Мое здоровье – мое право». Здоровье зависит только на 10% от медицины. 20% – это какие-то факторы внешней среды, 20% – политические, экономические мероприятия, которые проводит государство, и на 50% – это образ жизни. То есть, строго говоря, можно смело говорить, что на 50% здоровья человека зависит от него самого. С каждым десятилетием продолжительность жизни человека увеличивается. И все благодаря постоянному развитию, совершенствованию медицины и регулярных открытий в этой области. Никто не отменял и своевременную профилактику. Только прохождение ежегодных профилактических рентгенобследований органов грудной клетки помогает выявить заболевания на ранних стадиях и минимизировать распространение среди окружающих. Ну, также здоровый образ жизни, физическая активность, да, то, что люди хорошо бы питались, это никто не отменял. В обязательном порядке профилактический осмотр должны проходить и дети. Протокол обследования, периодичность и перечень врачей зависят от возраста ребенка. По результатам диспансеризации медработник определяет наличие или отсутствие заболеваний и устанавливает группу здоровья. Справка, выданная педиатром о состоянии здоровья после проведенной диспансеризации, действительно один год. Поэтому в следующем году ребенка в месяц рождения они должны прийти в поликлинику для прохождения диспансеризации повторно. Диспансеризация в Беларуси стала обязательной. Для удобства пациентов созданы все условия. Отдельные кабинеты, удобная запись и комфортный график приема. Но главное остается неизменным – обследование, неотъемлемая часть здорового образа жизни. С 1 января 2024 это закреплено и в Трудовом кодексе. Каждый гражданин имеет право на один день для прохождения диспансеризации раз в 3 года. После 40 лет это уже один день ежегодно. А люди за 5 лет до наступления пенсионного возраста, либо уже достигшие этого возраста, могут воспользоваться 2 днями. Помните, соблюдение рекомендаций врачей, регулярное прохождение медицинского обследования, наличие физической активности и полноценного сна позволит прожить долгую и здоровую жизнь. Виталий Гаврусев, Елизавета Липеева, Максим Калинин, Станислав Чечерин. Итоги недели. С 1 апреля в Бобруйске начали отключать отопление потребителей первой очереди. Батареи остыли в промышленных организациях, общественных и административных зданиях. Руководителям второй и третьей очередей, общегородских бань, театров, учреждений образований, общежитий, жилфонда, гостиниц, библиотек, архивов, музеев, медицинских, лечебно-профилактических, школьных и детских дошкольных учреждений образования предписано соблюдать рациональное использование ресурсов. К слову, минувшее воскресенье в городе стало самым теплым днем марта за всю метеоисторию. Среднесуточная температура 17 градусов. Это на 13 пунктов выше нормы. Приметы подсказывают, шальное тепло на старте весны обычно аукается холодами на ее исходе. Перспективные задачи отрасли. В стране создано более 4000 рабочих мест на базе технопарков. Цель работы – ускорить процесс внедрения разработок в производство. Государство идет навстречу и создает производственную и технологическую инфраструктуру, предоставляет здания и коммуникации. С чего все начиналось? Дорогие наши дети, вы самое важное, что есть в нашей жизни. Жизнь старшего поколения. Мы всегда рядом и будем делать все, чтобы вы чувствовали наше плечо и заботу, пока будете идти к намеченным вершинам. Наступает ваше время создавать историю нашей страны, своей страны. Пусть все у вас получится. В середине 90-х серьезное занятие наукой или творчеством среди молодых людей становилось все менее престижным. В стране стали проводить целенаправленную политику по поддержке белорусской науки и национальной культуры. Одним из ее приоритетов стала помощь талантливой молодежи. В эти годы родилась идея создания специальных фондов президента по поддержке талантливой молодежи и одаренных учащихся и студентов. Говорил всегда и повторю сегодня, для Беларуси талантливые люди, интеллект нации – это самое большое богатство. Если есть такие люди, мы справимся с любыми вызовами. Может быть, обойдемся без большого количества нефти и природного газа. Залог сохранения суверенитета и государственности – это тоже вы.
Вы будущее вообще. В 96-м Александр Лукашенко своими указами воплотил эту идею в жизнь. За четверть века существования президентских фондов поощрения получили около 46 тысяч ребят, более 4 тысяч педагогов и научных работников, почти 400 коллективов. Десятки лабораторий в учреждениях образования смогли обновить свою учебную и производственную базу, исследовать и внедрить в практическое использование ряд передовых методик и разработок. Готовый образец обладает всеми свойствами, как тетрапак, но есть основные преимущества. Во-первых, он биоразлагаем полностью. В зависимости от количества слоев, он может в разное время, то есть от одного месяца до 12 удерживает вся жидкость. Он водонепроницаем. За счет того, что вот это основные компоненты, которые включены в биопак, они просто склеены. Вот этот слой с тем же самым углем, он не пропускает ультрафиолетовое излучение, то есть свет, и поэтому молоко не скисает. То есть, если вам оказать поддержку, вы создадите это производство. Да. Одно дело поощрить талантливую молодежь, а совсем другое – найти одаренных ребят, помочь им увидеть свой талант и раскрыть его полностью. Задача не из легких, но тем интереснее. В 2021 в Беларуси заработал национальный детский технопарк. За время работы здесь прошли обучение почти 2000 учащихся 9-11 классов. Состоялись 25 образовательных смен продолжительностью 24 дня каждая. Конкурс на обучение в среднем 3 человека на место. Самое перспективное направление у нас – информационные и компьютерные технологии, информационная безопасность, биотехнологии, зеленая химия. Пристальное внимание технопаркам со стороны государства уделяется не случайно. В условиях санкций обостряется потребность экономики в отечественных научно-технических разработках, а также их быстром внедрении в серийное производство. Этой проблемой Государственный комитет по науке и технологиям занимался и ранее. Технопарки созданы во всех областных центрах, а также Новополоцке, Пинске, Горках, Бобруйске и Молодечном. Все эти технологии уже опробованы и работают. И наша задача сейчас стоит в том, чтобы доказать нашим сельхозпроизводителям, что это нужно, что это работает, и это в последующем перспективе принесет хорошие дивиденды, и они получат хорошую прибыль. Задача в том, чтобы ускорить процесс внедрения разработок в производство. Государство создает производственную и технологическую инфраструктуру, предоставляя здания, коммуникации, оборудованные помещения для производства, научно-исследовательской и конструкторской деятельности. На базе технопарков создано более 4000 новых высокопроизводительных рабочих мест с хорошей заработной платой. За ними идут и предприятия. И важно для людей это стабильность. Стабильная заработная плата. Да, конечно, хотелось бы, чтобы зарплата была выше, и мы тоже это с нетерпением хотим быстро претворять жизнь, потому что людям надо создать условия достойно зарабатывать. Государственный комитет по науке и технологиям совместно с Национальной академией наук и при участии Министерства образования и других заинтересованных на регулярной основе проводит республиканский конкурс инновационных проектов, где рассматриваются социально значимые программы различной стадии реализации. Участие в таких проектах очень важно для нашего подрастающего поколения, ведь наша задача – это создать все необходимые условия для детей, чтобы они могли творчески самореализовываться. Многие из нас сегодня знают, что хотят добиться, до каких высот добраться. И президент всегда советует – делайте все вовремя. Позже это сделать будет труднее, захлестнут другие дела. Стремиться к успеху необходимо прежде всего на родной земле. И для этого в нашей стране делается все необходимое. Немногие знают, в Бобруйске тоже есть технопарк. С 2019 года предприятия особой экономической зоны заработали 60 миллионов рублей, более 50 рабочих мест. Наш технопарк Инката, да, он имеет изначально такую региональную направленность, потому что когда мы появились, это был 2019 год, в принципе, уже во всех областных центрах, в столице нашей страны, уже были технопарки. И когда мы думали, а как нам развиваться в таком случае, скажем так, чтобы значит, найти какую-то свою нишу, да, в этом движении, то мы решили пойти именно в города, такие достаточно крупные, но не областные, скажем так, и не столица, не Минск. Да? То есть, и вот мы сосредоточились именно на поддержке стартапов, на поддержке бизнес-идей и инновационных проектов в таких вот, скажем, средних
городах нашей вот республики. То есть вот мы и в Молодечно работаем, в Смолевическом районе мы работаем, и в городе Бобруйске. Почему Бобруйск? Потому что здесь, вот, ну, можно сказать, несколько составляющих. Да? Во-первых, из необластных центров это очень крупный город. И очевидно, что здесь гораздо больше возможностей как бы найти те самые идеи, просто потому что много плотность населения создает такие предпосылки для, скажем, появления оригинальных, интересных идей там и новшеств. Да? Вот. Потом здесь достаточно много колледжей в Бобруйске. То есть, и вот я, например, в прошлом году объездил практически все колледжи, встречался с молодежью. Это достаточно интересные, мотивированные ребята, которые готовы, в принципе, что-то создавать и что-то внедрять. И, в принципе, они не против даже и так позитивно настроены к занятию бизнесом, да, собственным. То есть, вот есть у них какая-то предпринимательская активность. И это очень хорошо. Плюс в Бобруйске существует достаточно много таких серьезных промышленных предприятий, да, значит, есть определенные технические компетенции и экспертиза у местного, скажем так, населения. Поэтому для начинающих предприятий, скажем так, найти здесь квалифицированную рабочую силу не представляет труда, как бы, да. То есть вот есть достаточно множество факторов, которые говорят о том, что Бобруйск, в принципе, может стать и может быть достаточно интересным местом с точки зрения развития технопарка. А каким вы видите Бобруйский технопарк через лет так 5-10? Я думаю, что это будет один из лучших технопарков страны. Потому что мы сейчас вкладываем сюда достаточно много и собственных сил, и финансовых ресурсов для того, чтобы его развивать, для того, чтобы создать, во-первых, для наших резидентов действительно современную, продвинутую инфраструктуру, значит, для того, чтобы вот производственная площадка, она не выглядела, как, знаете, там цех какой-нибудь разбитый, раздолбанный, mm-hmm. да, чтобы вот люди приходили, и чтобы это было даже вот просто красиво, чтобы приятно было там находиться, да, то есть, что производственная деятельность, да, это не что-то такое там страшное, неуклюжее, там, неприятное, что это может быть классно выглядеть, вот, потому что вот мы видим, что даже вот среда, в которой находится человек, она тоже его формирует. Да? Вот, значит, вот место, в которое он приходит, это тоже очень важно. И мы вот сейчас действительно и большие деньги тратим для того, чтобы вот резидентам нашим было комфортно, было удобно работать. И вот этот опыт, который мы реализуем с вот этими конкурсами, это пока мы только делаем в Бобруйске. Вот, то есть мы хотим именно вот Бобруйск для нас – это как, знаете, вот экспериментальная такая площадка. На сегодняшний день в стране работают более 20 субъектов инновационной инфраструктуры, 16 технопарков, 6 центров трансфера технологий. С 2016-го количество баз в стране выросло с 10 до 17, а число резидентов увеличилось в 2 раза. Французский бунт, смерть в очереди и экономическая катастрофа. Представители Института международных финансов бьют тревогу. Рост госдолга США вышел из-под контроля. Чем проблема грозит стране? Далее громкие заголовки мировых новостей. Сильнейшее за последние 25 лет землетрясение произошло в Тайване. Количество погибших насчитывает 12 человек, пострадавших более 1000. Свыше 600 граждан ждут помощи в труднодоступных районах. В списках пропавших без вести числятся 11 жителей. По информации властей, обрушилось по меньшей мере 26 зданий. Сейсмологи в ближайшие 3-4 дня предрекают в регионе новые толчки. Представители Института международных финансов бьют тревогу. Рост госдолга США вышел из-под контроля. Экономисты уточняют, американская система в скором времени может просто рухнуть. Дефицит бюджета штатов более чем в 2 раза превышает нехватку денег в Великобритании, еврозоне, Канаде и Японии вместе взятых. Ситуация дошла до предела из-за постоянных микрозаймов правительства. Еженедельно в больницах Британии из-за очередей умирают по 250 человек. В прошлом году 1,5 миллиона жителей простояли за неотложной помощью более суток, 14 тысяч скончались. Все это происходит из-за продолжительного кризиса в системе здравоохранения. Однако исправить ситуацию в лучшую сторону, по мнению властей, мешают постоянные забастовки медперсонала. Врачи продолжают требовать увеличения зарплат согласно темпам инфляции, а переговоры с профсоюзами не приносят результата.
французские профсоюзы угрожают забастовками на летних Олимпийских играх в Париже. На протесты готовы выйти работники больниц, общественного транспорта и музеев. Недовольство сотрудников вызвано перспективой работы во время отпусков. Некоторые из служащих требуют бонусов, премий, пособий по уходу за детьми и доплат за сверхурочные часы. Если профсоюзы все-таки осуществят свои планы, репутация властей окажется под угрозой. Искусственный интеллект будет отслеживать популяцию ежей в Великобритании. В рамках новаторского проекта изображения млекопитающих будут фиксировать при помощи камер и анализировать специальной нейросетью. После фотографии отправят людям, которые выберут нужные, и отдадут их аналитикам. Таким образом, исследователи смогут оценить численность ежей в различных местах обитания по всей стране. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся!